Люблю получать посылочки. Ну и, конечно, опять Алиэкспресс, но уже не семена, конечно. А вот сейчас посмотрим. Должен был прийти. Должна была прийти лампа для освещения ноутбука с USB-портом. Сейчас посмотрим. Упаковано хорошо. Так. И смотрим. Вот такая вот лампа. В целости, в сохранности. Вот так она выглядит. И осталось только проверить ее у ноутбука. Так. Нужный изгиб можно подобрать. Ну и иду проверять у ноутбука. Ноутбук включен. Итак, подключен. И сейчас наведем свет. Я выключу основной свет и проверим, как работает. Да, замечательно. В любом направлении, как хочешь, или экран подсвети, или клавиатуру. Ну что ж, очередная покупка из Алиэкспресс увенчалась успехом. Мне нравится это приспособление для работы с ноутбуком. Вот так вот выглядит. О, сколько тут лампочек. Красота. Так что можете покупать. Продукция замечательная. И ссылку на этот светильник я оставлю под своим видео.